с моей точки зрения, очень достойными людьми в предметной области, которую мы сегодня будем обсуждать. Предметная область, это называется внедрение IoT в промышленности. Нам сегодня удалось собрать, я считаю, топ-менеджеров как телекоммуникационных компаний, так и компаний, которые непосредственно занимаются цифровой трансформацией предприятий. Структура сессии будет построена таким образом. Мы отошли от классического подхода, когда докладчик выступает с презентацией. Нам хотелось бы большего общения, в том числе и с вами. Поэтому я подготовил некоторое количество вопросов. Каждый из спикеров на них ответит. И потом, я надеюсь, у нас останется время, потому что коллега из «Газпромнефти», который должен был докладывать по важному вопросу, он не пришел, поэтому у нас есть время. Мы постараемся ответить на вопросы, которые будут у вас. Я хотел бы начать с того, что я хотел представить вам спикеров, чтобы какой-то контакт установить между аудиторией и теми, кто сегодня будет выступать. И в первую очередь я хотел представить Анну Серебрянникову. У Анны очень известный человек, является членом совета директоров компании «Мегафон», является президентом ассоциации участников рынка больших данных, но для нас она все-таки руководитель рабочей группы «Информационная инфраструктура» федерального проекта одноименного. Вот, пожалуйста, Анна Серебрянникова. Если можно... Спасибо большое, потому что им приятно. Вот многие сегодня спикеры, вот я заранее скажу, они прилетели вместе со мной утренним рейсом только для того, чтобы сегодня выступить. И даже вот некоторые из них довезли модератора на такси. Спасибо им за это отдельное. Следующий спикер, которого я хотел бы представить, это Борис Глазков, вице-президент по стратегическим инициативам Ростелекома. Также одновременно он является руководителем Центра компетенции федерального проекта «Информационная инфраструктура». Фактически, Борис и Анна – это два ключевых человека в нашем федеральном проекте. Спасибо. Следующий спикер – Игорь Бевзюк, генеральный директор компании 2050 Digital. Я несколько слов скажу про него. Это компания, которая непосредственно занимается цифровой трансформацией промышленных предприятий, Трансмашхолдинг, правильно я понимаю, да, Игорь? У него очень интересный доклад, я очень рекомендую внимательно послушать то, что он расскажет. В качестве представителя, компаний, которые разрабатывают российские решения, посвященные промышленному интернету вещей, у нас в сессии присутствует Подольный Вадим, заместитель генерального директора компании «Физприбор». У него тоже очень интересный доклад, потому что ребята фактически сделали решение российское и успешно его внедрили. Давайте его тоже поприветствуем. Также с нами Павел Федосов, руководитель направления группы компании «Цифра». Он представит очень интересный доклад тоже касательно трендов. Он будет третьим у нас в списке. Давайте его поприветствуем. И последний спикер, который у нас есть, но последний не потому, что его доклад наименее интересный, просто мы завершаем нашу сессию сегодня нормативкой. Это будет Роман Яковлев, очень активный участник рынка интернета вещей. Он руководитель тематической группы «Промышленный интернет» Ассоциации интернета вещей. И вообще, честно говоря, его вклад в концепцию IoT, которая есть в Российской Федерации, значительный. Давайте его тоже поприветствуем. Мы сегодня в сессии пойдем по принципу вопросов-ответов. У меня есть некоторые вопросы. В конце, вот, как я уже говорил, возможность задать вопросы будет непосредственно у вас. Вот. Я надеюсь, на это время останется. Первый вопрос, который я хотел бы задать, он адресован уважаемой Анне Андреевне. Значит, ее адресован в предметную область, которую она непосредственно фактически в России руководит. Я сейчас говорю про предметную область рынка больших данных. Ни для кого не секрет, что многие компании на сегодня начали процесс цифровой трансформации. И качественный анализ данных, в том числе на анализе технологий Big Data, является ключевым фактором успешного внедрения данных технологий. Я много общаюсь с людьми, которые непосредственно занимаются внедрением IT-систем на промышленных предприятиях, и, честно говоря, в кулуарах они говорят мне, что этот проект удался,
а этот проект, ну, удался, но не очень. Вот. Зачастую присутствуют какие-то барьеры и сложности, с которыми они сталкиваются. Вот, Анна Андреевна, вопрос такой к вам. С вашей точки зрения, какие основные барьеры существуют на сегодняшний день, которые не позволяют обеспечить более широкое успешное внедрение технологии анализа больших данных в промышленности Российской Федерации? И что может помочь их, ну, если не устранить, то хотя бы понять? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Не хотела бы начинать ответ с негатива, да, что нам мешает. Хотела бы немножко, несколько слов сказать о том, насколько действительно направление интернета вещей в как раз применении к промышленным предприятиям сейчас развивается. Вот посмотрите, какой запрос со стороны крупнейшего бизнеса мы видим по интернету вещей. Огромный. Это и цифровизация, все началось с цифровизации бэк-офисных функций, потому что это проще, не так страшно, чем пускать основные производственные процессы. Но сейчас уже очень многие предприятия думают и внедряют пилотные проекты по как раз аналитике данных в основных производственных мощностях. Что нам здесь помогает и мешает? С одной стороны, создана воля на уровне государства по внедрению таких пилотных проектов. Мы все знаем, что у нас, ну, к сожалению или к счастью, это факт, что более 80% экономики так или иначе связано с государством. Соответственно, государственная политика в этом направлении очень сильно помогает бизнесу пробовать и экспериментировать в направлении применения промышленного интернета вещей. Поэтому появилось довольно много игроков, которые предлагают решения в области платформ и в области устройств. Некоторые из них, как Дмитрий говорил, у нас присутствуют здесь на панели и расскажут о своем опыте. Ну вот я знаю как представитель телеком-индустрии, что крупнейшие игроки в телекоме озабочены этим вопросом, имея тоже свои платформы и предлагают их клиентам. Это МТС, и Мегафон, и их сестринские или дочерние предприятия, которые занимаются производством. Вот мы здесь находимся на площадке Ростеха. В Ростехе тоже есть большое количество предприятий, которые производят датчики и которые используются в различных направлениях. Это и энергетика традиционно, и ЖКХ, и так далее. Но что нам мешает? Наверное, мешает несколько основных направлений, на которые стоит обратить внимание. Первое, мне кажется, это технологическое направление, это интероперабельность данных. То есть количество устройств очень большое, есть российского производства, есть китайского производства, есть там иностранные, европейские, американские игроки. И количество устройств, оно постоянно увеличивается, и потребности тоже постоянно растут. Но единого подхода к стандартам протоколов, интероперабельности данных у нас пока не выработано. Поэтому каждое предприятие занимается выработкой подходов самостоятельно, что тормозит, во-первых, переиспользование данных, во-вторых, очень сильно затрудняет аналитику, алгоритмизацию данных, именно в связи с тем, что нужно учитывать постоянно большое количество особенностей. И над этим, мне кажется, мы можем поработать. Такую задачу мы ставим себе и в информационной инфраструктуре в направлении, и вот в направлении промышленного интернета вещей по сквозным технологиям. Мне кажется, что этот вопрос нужно решить и на государственном уровне, и на уровне консенсуса производителей и бизнеса. Второй вопрос, который, мне кажется, нам нужно каким-то образом адресовать, это скорее культурологический вопрос, связанный с прозрачностью. Мы понимаем, что как только данные бесшовно поставляются от конечного устройства в аналитическую систему, мы можем много очень об этом узнать. Не всем это нравится. Поэтому мне кажется, что объяснять и тестировать различные варианты и каким-то образом поощрять компании, возможно, с точки зрения мер стимулирования, возможно, с точки зрения каких-то налоговых льгот и так далее, для того, чтобы, очищая систему принятия решений от ошибок, которые накопились, от каких-то неэффективностей, компании бы получали дополнительный вывод. Мне кажется, это тоже цель, которую нам необходимо поставить и реализовать, иначе внедрение просто будет очень медленным. Но вот приведу пример. Есть несколько уже на рынке хороших, интересных решений в области ЖКХ.
Мы все знаем, что у нас датчики все установлены по отъедам электроэнергии и так далее. Но, тем не менее, бесшовной передачи данных от начала до конца все равно нет. Возникает большое количество потерь, неэффективности и в тепле, и в электроэнергии, и, собственно, в воде. Наверное, об этих проблемах вы все знаете. Но без мер стимулирования повсеместно в стране внедрить систему, которая бы учитывала все потери, ее невозможно. Поэтому я и говорю здесь о мерах стимулирования, вообще о создании такой позитивной повестки в этом направлении. Ну и, конечно, здесь хотела бы отметить, что вопрос связанности и передачи данных с точки зрения технологии передачи данных тоже не является последним. Мы развиваемся очень активно в четвертом поколении. Вы знаете, что наша связь одна из лучших в мире и одна из самых дешевых. Мы входим в пятерку самых дешевых стран по стоимости услуг связи. Но при этом на промышленных предприятиях часто недостаточно уделено внимания качеству связи именно для цели IT. Это не слишком большие вложения, это просто направление в стратегии развития, которое нужно обязательно учитывать. Вот я много могу говорить на эту тему. Да, еще один тезис хотела бы упомянуть. Сейчас идет реформа контрольно-надзорной деятельности. С точки зрения промышленной безопасности и эко-мониторинга – это тоже про промышленный интернет вещей и единые бесшовные системы мониторинга. Вот на прошлой неделе был юридический форум, там выступал господин Чунченко, который отвечает в правительстве за так называемую регуляторную гильотину, в соответствии с которой государство приняло на себя обязательство к 1 января 2021 года отменить все текущие нормы по контрольно-надзорной деятельности и внедрить новые. Вот направление промышленной безопасности и экологического мониторинга требует того, чтобы были установлены бесшовные единые стандарты и требования к промышленным производствам для того, чтобы обеспечить правильные предиктивные аналитики и рискоориентированный подход. Вот здесь, мне кажется, тоже требуется консенсус государства и крупнейших игроков для того, чтобы продвинуться в этом направлении. Спасибо. Анна Андреевна, спасибо большое. Следующий вопрос адресуется Борису Глазкову, и он частично затрагивает ту проблематику, про которую сказала сейчас Анна Андреевна. Мы говорим сейчас про IoT, но если заглянуть на период там, ближайших 3-4 лет, все-таки основной платформенной технологией, которая будет, я надеюсь, у нас, которую мы все будем использовать, будет 5G. Это технология, которая обещает нам достаточно высочайшие скорости, миллионы подключенных устройств, низкую задержку. И считается, что все самые современные сервисы, которые мы только можем себе сейчас представить, такие как наполненная виртуальность, значит, сегодня я услышал следующий термин смешанная реальность, дополненная реальность, перемешанная с виртуальной реальностью, беспилотные транспортные средства, удаленная диагностика в медицинских целях, они все сейчас очень сильно требуют 5G. Считается, что вот как только 5G появится, сразу все сервисы у нас автоматическим образом образуются. Вот. Мы в своем направлении, да, мы в своем направлении более скептичны, но тем не менее мы ожидаем, что в России сети 5G начнут появляться в 2022 году. Так у нас записано в нашем федеральном проекте. И вопрос, Борис, к вам следующий. С вашей точки зрения, вот, станет ли 5G действительно той самой прорывной технологией, способной серьезно ускорить темпы внедрения технологий индустриального интернета вещей в производственном секторе, и которая может серьезным образом изменить облик промышленной цифровизации Российской Федерации? Спасибо. Всем добрый день, спасибо большое, Дмитрий. Я бы, знаете, продолжил логический ряд, вот вы говорили про дополненную реальность, потом сказали дополненную виртуальность. Осталось сказать такое еще два слова. Дополненная смешанность. Это значит то, что у всех в головах относительно того, что нужно делать 5G будет. Да? Мне кажется, это очень хорошо. Спасибо вам за такую подсказку. Я попробую, извините, немного об этом поговорить и смешанность эту развести. Значит, ответ. Изменит ли 5G облик
с моей точки зрения, облик индустрии и вообще производство, там, где спрос на технологии связи вряд ли изменит технологии связи, вот прямую, да. И у нас скепсис вспоминали, я сейчас немножечко с этого начну, потом закончу на высокой ноте. Вот правда, то, что все эти связи пятого поколения грядут, значит, где-то там уже метро, Китай, по-моему, да, уже там заработал что-то, где-то, значит, газон развернут, все это правда так. Действительно, скорости высокие, почти такие, как заявлены, я бы почти чуть не дотягивают, да ничего страшного. И действительно малые задержки, большое количество подключенных устройств. Только вот та самая воля государства к внедрению новых технологий, цифровизации, о которой Андрей говорил, она в части 5G у нас очень сильно окрепла. Мы очень рады, что она окрепла. В чем эта воля должна выражаться, уважаемые коллеги? Я поясню, языки высказываюсь, да, сейчас. А очень просто. Для того, чтобы все это работало, нужно, чтобы частоты были доступны операторам связи. Да, извините, за такие базовые вещи говорю. Что-то, вот, и тот самый диапазон, в котором во всем мире собираются развивать связи этого поколения, а основной диапазон, не единственный, основной 3,4-3,8 ГГц, в нашей стране крайне скуден с точки зрения доступного ресурса. Ну, полоса, которые предлагают государство операторам, она там такая, что на одного оператора с трудом хватает, наверное. Да? А у нас большая тройка, еще и там Теле2. Вот. Поэтому тут как бы как, технология-то может быть, и оборудование может быть. Даже отечественное появится, сейчас там дорожные карты будут, соответственно, утверждать очень хорошо. Вот. Только на каких частотах это оборудование, диапазон будет работать, не очень понятно. Поэтому у нас, как всегда, это по последние 20 лет происходит, каждый раз новый виток внедрения новой сотовой связи, это упирается, значит, в частотный ресурс. Пока этот вопрос решен не будет, говорить о каком-то массовом внедрении нельзя. Теперь я перейду к тому, что с ним можно сделать. Да? Проблематизирую пока все. Ну, что сделать можно? Мы с коллегами из Мегафона эту идею продвигаем, более-менее успешно сейчас в органах государственных, что ну раз не хватает на всех частот, значит, надо какую-то сущность создать у операторов между собой, собственного одного оператора инфраструктурного, который частоты получит и будет уже на них строить базовую инфраструктуру. Да? Тогда можно эффективным образом использовать этот ресурс, хоть небольшой, но его всем в одну сущность создать и всем ее потом использовать. Чем его расторговывать на аукционах, потому что никому не хватит. Да, виртуально, да. Ну, в конце сейчас продвигаем, надеюсь, что она придет в свою жизнь. Вот. А теперь по поводу того, где в первую очередь поведет внедряться, значит, серьезно давно. Потому что любой кейс, который предлагается сейчас, ну почти любой кейс, который предлагается вендорами и аналитиками, если к нему критически подходить, то можно этот кейс реализовать на существующих технологиях. Ну, так сказать, вот говорят, будет дополненная реальность там. Виртуальная реальность, шлем там одел на голову, да, ну, находишься в помещении, ну, значит, ну и что, через Wi-Fi это все можно сделать. Ну, то есть, да? Я пример просто приведу, ну, через Wi-Fi все можно, вы же не собираетесь в этом шлеме по улице ходить. Ну, если ходить на по улице, вы, значит, да, в машину можете попасть, на чем он шлем тогда? То есть, решается либо текущими технологиями, да, если по промышленности, то большая часть задач связана с логистикой, транспортом, даже на производстве, решается существующими технологиями, типа Wi-Fi, там не нужны большие скорости передачи данных. Вот. Или решать фиксированной связью, потому что, опять же, большая часть промышленности, минимум транспорт, логистику, это фиксированный объект. Там, ну, собственно, промышленный Wi-Fi внутри стоит. Да. Поэтому я сейчас, ну, любой кейс, который почти любой, который можно привести в пример, особенно B2B, да, он критично может подвергнуть такому анализу, что можно вот и сейчас. Да. Вместе с тем, моя личная точка зрения заключается в том, что все эти связи под поколение, в первую очередь, как было и с другими поколениями на самом деле, в первую очередь, будут востребованы в массовом сегменте. То есть нами сами, потребители. Да? Именно поэтому в Китае в метро именно внедрили. Метро, то есть не для поездов они внедрили там это все, да, не для пассажиров внедрили. Потому что люди будут потреблять эти услуги, им хочется. Когда мы задаемся вопросом, ну какие же это именно услуги, ну что еще более крутые видео смотреть, да? Ну да, а что? Может быть. Так было с четвертым поколением, что тоже все говорили, ну кто будет потреблять эти услуги? Потребляют, мы все сами сидим, половину аудитории, девайсов сейчас находится. Ничего. Поэтому я верю, что основной спрос на услуги связи этого поколения будет, ну, по промышленности, я понимаю, да, по цифре, если я не скажу, что там будет находиться в массовом сегменте, это моя личная точка зрения, да, на вот. А потом уже он будет распространяться на B2B сегмент в промышленности, так далее. Как полный рассказ, так и бывает. Что сначала приходишь ты на улицу, пользуешься девайсом, подключенным 5G, потом приходишь на работу и спрашиваешь, почему у вас не так? Да, вы же свою пользуетесь кем-то, распространяете на свое место работы. И основным фактором роста этого спроса и тягой той самой, которая потащит за собой внедрение сетей крупных мегаполисов, городах больших,
будет концепция Smart City. Я вам сразу говорю, почему? Потому что вопрос не в скорости, на самом деле, в данном случае, который Файнджи дает. И даже не в задержках, ну, уже в меньшей степени, а в количестве подключений на базовую станцию. Количество аппаратуры, датчиков, которые в городах уже сейчас находятся, таково, что выдержать такой растущий спрос подключений может только, ну, с нашей точки зрения, базовая станция этого Файнджи. Вот, ну, например, да? То есть, чем больше будет город утыкан этими измерителями, датчиками, сенсорами и так далее, тем больше будет потребность таких базовых станций. Поэтому, с моей точки зрения, массовый спрос всякого него будет возникать в городах. Вот. И за счет массовости подключений, а не именно за счет скоростей, которые в первую очередь часто держат на план. Вот, с моей точки зрения, здесь я осветил вопрос. Да. Спасибо большое. Спасибо. Предлагаю перейти. Борис очень подробно рассказал про 5G как технологию, в том числе, который будет использоваться для разного рода рынков. Но сейчас давайте вернемся в предметную область, как бы попросим Павла Федосова из компании «Цифра» ответить на следующий вопрос. Все-таки вот расскажите, пожалуйста, какие основные мировые тренды в промышленном интернете вещей на сегодня существуют, в чем они соответствуют российским трендам, а в чем нет? Как сейчас устроена экосистема и какие изменения в российской экосистеме мы будем видеть в ближайшие 5 лет? Вопрос очень сложный, многогранный, я понимаю, но попробуйте рассказать, мы поможем всем. Спасибо. Спасибо большое за вопрос, спасибо за представление, за приглашение. На самом деле, действительно, тема многогранна, обширна, и в первую очередь, я надеюсь, меня пригласили с целью того,